ход конем от президента Фиде Кирсана Илюмжинова. Он написал Бараку Обаме и попросил о встрече с глазу на глаз. Сообщил, что готов принять американское гражданство, лишь бы защитить свою честь, достоинство и финансовые интересы в местном суде. Чтобы он, значит, принял меры против вот своих чиновников Минфина. Я готов защищать свою честь и достоинство в американском суде, чтобы американские судьи судили, если нужно, по защите чести и достоинства, готов принять гражданство США. Но это я хотел на встрече с Бараком Обамой, чтобы до конца разъяснить свою позицию. Из Белого дома уже ответили. Письмо рассматривают. Президент шахматный хочет обсудить с президентом настоящим произвол американских властей. Илюмжинову ставят палки в колеса в бизнесе, запрещают подписывать договоры в США и владеть в американских компаниях долями свыше 51%. Все потому, что Илюмжинов в санкционном списке Вашингтона. Глава ФИДЕ ездил в Сирию, снабжал местных шахматистов часами и досками. Если встреча с Обамой состоится, то Илюмжинов попросит вычеркнуть его из санкционного списка. В связи с моими визитами в Сирию и поддержки Национальной шахматной федерации Сирии материально, это в виде шахматных досок, учебников, шахматных часов.